Шляпки, рукава, фонарики, кружева. Осужденные женской исправительной колонии номер 10 устроили модное дефиле. Девушки вышли на подиум в нарядах прошлого столетия. Платья и костюмы они отшили своими руками. Каждый выход модели стал театрализованным этюдом. Участвовали в шоу «Мода прошедшего столетия» 8 отрядов женской колонии. У каждого была своя эпоха, которую нужно было передать через повседневный и вечерний наряд, а также прическу и макияж. На подготовку ушел месяц. Справиться с задачей помогли сотрудники учреждения и родственники. Они приносили журналы с эскизами нарядов. А вот модельера образов 60-х вдохновил культовый фильм «Бриллиантовая рука». Я довольна своим сегодняшним выступлением, своими моделями. Они очень переживали, они у меня полные женщины. Поэтому я очень рада, что они держались стойко. Звание «Лучший дизайнер» заслужила Маргарита Ковальчук. Ее модели вышли в плащах и солнцезащитных очках под саундтрек из фильма «Бригада». Все сразу узнали 90-е. Воспоминания с 90-х, все-таки это мои года. Поэтому что-то придумалось, что-то намыслилось, что-то подгляделось немножечко в журнале «Бурда 90-х годов». В исправительной колонии номер 10 модное дефиле – традиция, которую соблюдают более 30 лет. И проводят его всегда в преддверии Дня легкой промышленности. Ведь швейное производство на режимном объекте – основной вид деятельности. Очень существенное мероприятие. Они отвлекаются от повседневной жизни, проявляют свою фантазию. Вот эти все костюмы изготавливали они сами на швейном производстве, свободное от работы время. Отметим, что на сегодняшний день в швейном цеху трудоустроено 160 осужденных. Во время работы они изготавливают продукцию для самих осужденных и для личного состава. Также с колонией заключают контракты и сторонние организации. Женщины отшивают форму для военно-морского флота, а также продукцию для детских садов. Алина Черненко, Анастасия Полетаева, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.